Информация о том, что по улице Дагомысской в одном из магазинов ведется продажа спиртного, поступила в дежурную часть отдела полиции от местных жителей. На место выехали сотрудники отдела исполнения административного законодательства. В ходе проверки полицейские установили, что 43-летний предприниматель в нестационарном торговом объекте продавал крепкий алкоголь и пиво без соответствующей лицензии. В настоящее время в отношении предпринимателя собран административный материал и передан в суд. Из оборота изъято более 200 литров алкогольной продукции различных марок. И мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незаменимо сообщать в полицию по телефону 02.